Так, ладно, поехали. Вальдес, все. Запись пошла? Запись пошла. Все. Я освободил немного места. Пойдем? Блядь. Короче, я реально предлагаю как сватовцы одеться. А где? Хуй знает, в каком-то из... Может, в нашем же? А 16 часов до бомбардировки? 16:59. Типа, пойдем оденемся. Может, здесь есть где-то сверху? Или мы сверху... Мы, по-моему, здесь сверху катались, помнишь? Нихуя не было никого. Типа, мы бы, мне кажется, нашли. Начетливо ебать помню, что этот... Что есть тут что-то. Что, биту себе сделать? Угу. Сейчас я пойду себе кувалду. Ну, да нет, пизду. Делай. Мне кажется, надо. Я все равно тут уже кувалду буду делать. Да кахули? Все равно тут у нас, блядь, нихуя практически... Кстати, самое начальное оружие, мы, блядь, с ним пробегали пол игры, согласитесь, оно до сих пор у нас лежит. Вот бита, блядь, всякая. Ну да. Нет, самое имбовое это, блядь, меч нахуй. Ладенец, блядь, леденец нахуй. Думаешь, на скейтбордах сможем? На скейтбордах прокатимся, ебать? Да, у меня есть слоты. Не, у меня слотов нет. Ну где-то подъем на второй этаж и есть, короче, реально, типа... Ну, давай здесь посмотрим. Мы ж не все, мне кажется, в магазины заходили. Сейчас посмотрим, кстати, мародеры работают или нет. Маданы, сумки всякие. Ой, блядь, я к мародерам зайду. Ну-ка. Чё у них можно закупить? Ключ от спортивной машины, старик, 500 тысяч. Блять, было бы красиво взять. Угу. Зомбрекс еще лежит. Ручной пулемет, маска робота, ебать, копье. Ладно, похуй. По-моему, в этом, в полист... Как оно называется-то, еб? Да хуй его знает, как он там, где называется. Типа, какой-то там был. Ну, тут Виллис Тревел. О, тут тоже магазин Антони ебаного. Я нашел твое, блядь, любимое, нахуй. Что, ковбойское? Да. Блять, я как Бенни Fallout New Vegas сейчас один. Ебать, да. Нормально, я выпью. Ну, ёпта. Не, походу, не в этом магазине. Пойдем. Pellet Bay был магазин еще, помнишь? Нихуя не помню, где он. Пойдем сходим, посмотрим. Че, ты теперь ковбойщик, что ли? Да. О, нет, блядь. Ты собираешься так, что ли, ходить, сука? Понял. Не, хуйня, хуйня ебаная, я так уже бегал. Блять, старик, я падаю нахуй. Как в сампе, блять. Да. Надо было просто нам сходить в этот ломбард, блять. 500 тысяч стоят эти машины, ключи. Так денег нет, блять. Угу. Не, ну не, можно было бы, мне кажется, найти. Если бы у нас была цель прямо. Прыгаю. Да, меч вырезает, пизда. Вась, я на выходе. На каком, блядь? А, сейчас. Тебе придется подождать, блядь, я бегу. Сейчас я свиноматку кину, блядь. Охуеть, ну давай заблевывать меня, ёба, народ. Чё нет-то, блядь?
Ебать, их там подошло. Блять, сначала они чуть, блять, бешеными стали. Теперь они, блять, вообще нахуй ёбнутые. Наглухо. Запускай, блядь. Запускай. Запускай. Давай. Далеко ты. Я закуски получал, блядь. Хоть хотелось, сука. Блять, я надеюсь, мы потом... Не, у меня, блядь, целый инвентарь хуйни всякой. Да я, блядь, все равно. Ну, я хотел свое, блядь, купить. Хотел чипсиков. Чипсики. Эй, подожди, посмотри карту. Давай посмотрим с тобой карту. А куда ты хочешь именно? А, у нас с тобой есть торговый центр еще один. Казино есть, Серебряная аллея. Вон старевщик ломбард, подожди. Юкатан, Фудкорт, Слот Рэнч, Американо, Фортун Сити Хотел, Саут Плаза, Фортун Сити Арена, Атлантика Казино. И еще, там есть еще же один торговый центр, помнишь? Как он называется, блядь, подожди. Не Юкатан ли? Нет, это казино. Казино Американо, ебать. Ты чё, долбоёб, что ли? Тоже смотришь? Да. Южная площадь, может? Городская арена. А, Южная площадь, это не оно. А, первый этаж, ебать, второй этаж. Похуй, да? Мы, может, сами найдем. Подожди. Нашел? Есть городская арена. Городская арена, мы там, это где гримерки всякие, ебучие. Там есть зона враждебности. Вроде как там можно что-то прикупить. Ну, типа взять. И еще что есть? Больше нихуя? Там же есть, в принципе, жестокие шмотки. А, ну, ты типа смотришь, блядь, где что? Да, я просто смотрю, где что есть, и... Я знаю, что реально есть, типа, магазин на втором этаже какого-то торгового центра, где есть спецназ, типа, к шмотке. Мне кажется, реально было бы канонично, если бы мы завалимся туда, блядь, шмотка спецназа, ебать. Как мужики, блядь. Ну давай, пойдем куда-нибудь Держи. Искать. Хуйня. Так, это закусываем. Одежда для отдыха, игры, игрушки, праздник, чувств. Блять, да не, нету тут. Да есть, старик, я уверен, есть. Пойдем, посмотрим где-нибудь. Нет, похуй. Зона, этот, Южная Плаза. В ней мы не были. Ну пойдем. И там же задание у нас идет основное. Ну пойдем, короче. Где-нибудь прогуляемся. Мне кажется. Типа было же, блядь, что-то. Я помню, что мы когда играли, там реально было такая хуйня. На базу? Хуй знает. А на арене что у нас? И да нихуя, сказал... там просто шмотки с этого, блядь, с арены. Угу. Ну, сувениры какие-то там. Ебать, там какие-то челы. Майкл, ебать. Неужели их опять отводить надо или чё им? Да не, мы уж, блядь, всех наотводились уже, кого можно было. Бросай оружие, или мы откроем огонь, говорит. А, пизда. Короче, забей хуй, они долбоёбы. Они все кричат, блядь, помогите, нахуй, помогите, блядь, а сами... Ебанутые, что ли, блядь? А сами конченые, блядь. Я даже, блядь, не к вам, нахуй. Прочность так, мебели утраивается, ебать. Я, пожалуй, тоже, блядь, перекушу.
У тебя на аккумулятор есть, что встанет? Ой, блядь. Из топов можно... Блядь, у нас залетели же. Да я вижу, ебать. Ай, блядь. Заебал. Ой, бля. Электротопор хотел захуячить. Да, 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 да. Подожди, 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 подожди. Есть идея, блядь, пизда. О. Ты справишься, блядь? Да, ну что, загасим нахуй, заберем у них оружие, блядь. Да. Да? Да. Я нахуй предлагаю так и сделать, блядь. Блять, извиняюсь, меня тут ждут, блядь. Может, они долбоебы, они стреляют по нам, блядь. Короче, блядь. Майкл погиб, блядь. Сожалею, блядь. Да, блядь, у них автомат и пистолет, блядь. А похуй, зато оружие, блядь. Какое никакое, блядь. Пойдем? А, блядь, Виталик, там виллы были, блядь. Нам Фортун Сити отель надо, да? Ну, если сюда ведет, значит, да. Блядь, тут гранат лежат. Охуенно. Я запускаю? Давай! Заходите в туалет, чтобы сохранять игру. Я очень рад. Так, блять. Блять. Чё тебе? Да я, блять, нормально взяться не могу за этот, за косилку. Ну просто стопудово помню, что есть типа такое место. Ну, кстати, сохраниться зайти. Высав, не обессудь, как говорится. Я, пожалуйста, сохраню игру. Отлил. Мне потом хлопануть немного. Блядь. Пидорас, блядь, нарыгал, сука. Нахуй говно ты сюда это привез, блядь. Сука. Блядь, да я его нахуй задавлю. Блядь, ты у меня его просто дискредитировал, блядь. Да сука, опять он меня нахаркал. Ебать, стой, стой, пчеломаетка. Бери. Пчеленок, блядь. Пчеленок, блядь. Ебать, еще пчеленок. Блядь, это мой, подожди. На нахуй. Мотор дрели тут лежит. Что из него можно сделать, Влад? Мотор дрели... там... Блять, мотор дрели нахуй это... Буравчик, блять, дрелы, дрель плюс вилы. А, да, да, да. Ебать, Виталий. А, набирайся. Твой любимый, блять. Вот, кстати, полотно этого плюс дрель. Вот это вот твоя хуйня. О, час прошел. Не час, блядь, больше нахуй прошло. Взял, ебать? Да. Пойдем. Сейчас. Цепная пила лежит, сука. Ну там и такая же, как у меня, бля, хуйня. Циркулярочка. Че на, в подвал? Ну, иди. Ну так, блядь. Жду тебя. Пойдем. Удар локтем, ебать. Это суп! Старик! Нет, это не суплекс. Это по-другому называется.
Я предлагаю сейчас бросить пушку и найти первого зомби и отпиздить его просто, что и сбить его локтями. Давай. Блять. Ладно, там ладно, поехали, она. Ебать. Блять. Я по тебе ёбнул, да, уже? Да. Блять, сколько же мы зомби гасим, блять? Я видел ачивку убить 50 тысяч зомби. Это сколько это? 2364. Это за все время, да? Да. У тебя учитывается. Ну это, блядь, это если доп-квесты не выполнять, а просто, типа, вышел с локации, типа, нашел то, что тебе нужно, там самые такие ебанутые вещи. Зашел. Ну, блядь. Буравчик закончился. Да, у меня почти потрошитель тоже, блядь. И ноут, блядь. Пойдем, тут ебать путь свободный. Вот тут. Все. Можно машинку взять. Бегу ебать. Она поехала без меня, блядь! Давай, блядь, вперед. Это нормально. Там, когда бежишь, вперед идешь. И с зажатой вперед кнопкой, блядь, нажимаешь Е, у тебя он начинает сам по себе ехать. Из-за тачки далеко не уедем. Надо было в мастерскую залететь, посмотреть, что там. А там мастерская была? Да, там мастерская была. Как бибикать, блядь? Сука, я и моя жена билайк, блядь. Пиздец, блядь. Я просто хочу это сфотографировать реально и засунуть этот нахуй выложить, блядь. Пиздец, блядь. Едем просто, блядь, и мой муж и жена, блядь. Блядь, сельские нахуй жители, блядь, едут на картошку, блядь. На природу, блядь, поехали нахуй. Ну, блядь, охуенная же машинка. Бля, у меня барат есть. Почему я не могу достать ее и хуярить с нее? О, мастерская, ну, заедем? Да. Хорошо, блядь. Как скажешь, дорогая? Мне кажется, минус тачка скоро будет, блядь. Блядь. Давай, блядь. Да и хуй с ней, собственно. Ай, блядь, приехали, блядь. Влад, смотри. Блять, ну ехал чел спокойно, блять, нет, надо было. Тут усилитель, бейсбольная бита, блять. Ну бейсбольная бита, это мы понимаем к чему. Ну подожди. Ебать! Супер пушка, штормовая пушка плюс усилитель, ебать. Бери машину. Ебнуться. Давай ёбну. А, нам уже выходить надо, по-моему. Зомби туда идут, смотри. Значит, и нам туда, блядь. Бум, ебать! Я... Нормально там залупануло так-то. Но буба слишком далеко. Блядь, я вводят, что ли? Да. Блядь, я вперед забежал. А, нет, ты! Я нажал. Все нормально, блядь. А, там кнопку надо было нажимать. Да. Алло, пароль какой? Там зомби рядом стоят, блядь, нам похуй. Ебать, чешу репу, блядь. Вот это ты супер придумал, блядь. Это как чаку похуй. Почему чаку похуй? Он просто идет, он стоит среди зомби, они такие, а? Чё? А он просто на похуй такой, я ебал вас рот. Бля, там опять эти челы нахуй, суфлеры ебаные, видишь, этот в шапке, он же был тут, блядь. И мы идем вместе. Когда идешь с классом куда-то, блядь? Я пошел реально на экскурсию с классом. Бля, реально, а почему нас зомби не замечают? Да... Хуй знает. О, ебланы. О, и штурмовые пушки такие же, как у меня, ебать. What the...
Ребекка нахуй. Может, человек заразился, блядь? Да не. А, их нахуй на ликвидацию, блядь. Ликвидируем старую технику. На новую, блядь. Я так понимаю, их хуярят, и их же потом перерабатывают в газ. Может, кстати, и быть такое. Скорее всего, прав. Ну, либо эти хуйни. Пчелы уходят. И они же заполняют. Mm. Головой поехал ебать. Не, нормально. Я эту ебланскую пушку, кстати, сзади нашел. Лежит. Mm. Газ. Еби по газу, ёб... Бля, Чака, походу, растерялся, сам подумал, что он зомби, блядь, по-моему. Просто стоит, блядь. О! О, блядь. А, не, это не пушка, это дрель, блядь, была. Так, ебать, сюда, нахуй. Охуел! Дай, блядь, у меня защита, нахуй. Ебать! Реально защищает! Блядь, не, не защищает. Да идите нахуй со своей бомбардировкой. Ну вот нахуй на пол экрана это делать. Я гамбургер ем. I got some jolly beans. На нахуй. Нормально ты унес. Наемники, блять. Ебать у них тут еды, Виталик. Ебать тут пчеломаток, старик. Похуй на пчеломаток, тут еды-то, блядь. Гамбургеры, блядь. Хуямбургеры, что? Шумовые пушки, это, конечно, интересно. Что нам делать? Вот сюда. А, точняк, я забыл, что показывает, блядь. Ага. Тут лифт есть. Закрыто. Да, идем мы с пяточком, большой секрет. Надеюсь, я нажал, блять. Сука! Нет. Это же этот, блять. Как его нахуй? Волдроу, блять! Волдроу, блять! Ты чё, охуел? Тут его обыграть нельзя, блять. Сука. Он и так нас обыгрывает, блять. И я такой в костюмчике. Эй, Поиндекстерс, блядь. Все, им пизда. Ай, блядь, ну да, давай меня ебать, ёба народ, блядь. Охуенно, Пирс Марк. Да иди нахуй. Дай хотя бы одного выебать, блядь. Пирс Марк, блядь. Фенотранс. О, вы бастардс. Сюда нахуй. И второй, блядь, рацию сюда нахуй. Мне нравится мой костюмчик теперь, блядь. И кофе давай тоже сюда, блядь. Ну так ясен хуй. Как без улыбнулся, кофе. Улыбнулся, блядь. Thanks for the coffee. Эх, бля, меня бы сейчас бы показали, был бы кайф. О, ключики какие-то. А, ключ карты. О? Заебала меня, муха летает по монитору, сука. Тварь. Машкара ебаная по монитору ходит, блядь. Все, мы считай почти. 7-3 и улики.
Так, ебать, сюда шум. Пойдем ебать. Кого? Сюда. Нажимай ебать кнопочку. Содовый захал, блядь. Вот, вот, вот здесь, на этаже, это Цепалисейдс, вот я же тебе и говорил. Ебать, на второй этаж идем, старик. Отвечайте, на втором этаже есть, блядь, форма СВАТ. Может быть. Че срочно-то? А, нахуя, подожди, а? Блядь, ты нас наукнул. Давай назад. А я просто не понял, что там еще есть проход. Ничего, пойдем, пойдем назад, блядь, сейчас сгоняем. Ребекки нахуй не ответим, блядь, в загрузках. Блин, давай назад, блядь. Ебать, а в форме сват мы будем ебать одинаковыми братьями опять, блядь. Боб и Бобби, блядь. И бобсер. Я надену шлем и буду так гонять, блядь. Сука. Блядь, а что у меня за ботинки-то, блядь? Ну здесь реально никогда не шатались. Давай пошатаемся здесь. О, ебать, шапки. Вязаная шапочка есть. Ебать, фикс форчо, блядь. Давай сюда, нахуй. О, ебать, туфли, блядь. Виталик! Виталик, блядь, я нашел себе обувь. Сапоги танцовщицы. О, да, блядь. Это сюда. High Noon Shooting Range. Еб... Старик! Магазин оружия! Я тебе говорил, костюм спецназовца, блядь! Я нашел то, что искал. Ебут. Иди сюда, тут, блядь, так охуенно! Ебут пока. Давай. Давай, ебать, наберете, парня. Ебать, тут лежат гранаты, блядь, барреты, смотри, ебать. И нахуй гранаты, барреты, ты, блядь, на мои ноги посмотри. Ебать. Блядь, старик, прошу тебя, одень форму сват, блядь. Ну не ходи ты так, блядь, сука. О! Какая нахуй форма сватовца, подожди, блядь, тут была поинтереснее. Но, блядь, сапоги я не поменяю, блядь. Ноль проблем. Сапожки, блядь, женские сюда. Ну нахуй! Армеец, ёпта. Не, ладно, давай, блядь, костюм спецназовца. А чё у меня такие за ботинки, смотри. Знаешь, откуда это? Это, блядь, из этого, помнишь, у меня были, блядь, шмотки? Из этого, блядь, латексные. Ну? Это вот из того же магазина, блядь. Ебать, шо, набираемся? У меня, блядь, доска лежит, нахуй. Нахуй доску, ебать. Дробовик сюда, блядь. Гранаты, блядь. Давай набираться, блядь, хули нет-то. Но у меня так, все, ебать, нахуй, у меня весь инвентарь в этом, ебать. А, хуй, я не могу подобрать. А хотя давай-ка баррет, блядь, сюда. Да пошел-ка ты нахуй. Гранату можно бесконечно брать. Ты шлем не хочешь накинуть на себя? Шлем? Да накину сейчас, подожди. Подожди, ну-ка, сал. Ебать, мне нравится, как мы выглядим, старик, теперь мы реально с тобой, блядь, подготовлены к дерьму. Я хочу, блядь, узнать, что с дробовиком делать. Дробовик с чем-то можно улучшить. Посмотри. Давай, пока время есть. Так, а ты думаешь, в карточках есть? Да. Так у нас дохуя карточек уже. Старик, найдем мячик, блядь. Для американского футбола. Если найдем, блядь, это все, старик. Это гениально, блядь. Мячик для американцев. А, он на улице есть. Так, подожди. А, вот блокнот, нет. Ебать. Нихуя нет, сейчас я в интернете гляну. Давай, туда. Сержант Дуайт. Дёрнан, блядь. Военный, который был уверен, что повидал все, пока не попал к крушению зомби. Контуженный и обезумевшись. Он стреляет во все, что движется, ебать. Брэндон, участник Каршлиф. А, тут еще должны были быть, видимо. Дитс Хартман. Один из четырех друзей, которые поклялись защитить Америку от зомби в стране тех, кто виновен в гибели страны. Для них это практически каждый встречный, блядь. Дерек Даган, ебать.
Виллы нужны. Для дробовика нужны виллы. Один из четырех друзей, которые поклялись защитить Америку от... Так, опять, это у них одно и то же. О, Биби Лав, ебать. Певица и бывшая звезда не позволит никому, даже зомби, помешать ее громко возвращению на сцену. Эммануэль Тагман, Луиза Джеймсон, Брент Эрнест, звали этого, блядь. Леон Белл, ебать. Синда Смит, найдена. Стейси Форсайт, Уолтер Моррис. О, старик! Mm-hmm. Зайди в блокнот, пожалуйста. И 77-й найди, чела. Там, блядь, я Подождите. Прошу... Есть кнопка блокнот. Блокнот, да. 77-й? Ной да. Холтерн? Посмотри на фотографию, пожалуйста. Это Стэн Ли, блядь? Это Стэн Ли, блядь. По-моему, это Стэн Ли, блядь. Он Кирби, блядь, Мэтью, ёпта. Аним. Тим Даган, блядь. Ладно, похуй, пойдем. А, блядь. Подожди, Виталик не хочет шаурмы? Я один, я не знаю. За ней идти надо. Вот лежали, блядь. Бля, нам вниз так-то. А пойдем еще полутаем, может? Так я и хочу это. Сейчас, подожди. Подожди, это грушечный автомат? Нет, это водяной пистолет. Ебать, пицца, Виталик. Блять, пицца итальяно, блять. Давай нахуй. Ебать, она фуловая забирается. И бесконечно берется. Майонез, ебать. Так, ну-ка, вот так вот сделаю. На нахуй, там типа прилетела моменталка. Сейчас, подожди, блять, тут в Стиме пишут. Мне написали о том, что мне хотят шаурму купить, ебать. Вот это дружба, блять. Блять, я не ожидал, что оно ёбнет все нахуй. Everything Diamond, опять. Это этот. Нахуй, короче. Да ну, старик с кайфом, я считаю, игра вообще. Блять, за два дня ее прошли, да? Ну да. Вчера начали. Блять. Ну, блядь, обычные игры все проходят там за день, за два дня. Ну, у меня, по крайней мере. Кроме каких-нибудь прям, блядь... Я не знаю, Watch Dogs я проходил дохуя второй. Но эта игра сама по себе такая, типа, долгая очень. А что тут у челов? Дракон, ебать. Что-то купите, Лес? Копи мед, ебать, автомат. Не знаю, подожди, я смотрю. Тарелка мед, ебать. Ключ от чопера. Ключ от чопера? Да, миллион. Ёпта. Дурак. Знаешь, шапка, блядь. Горящие перчатки. Да не, все такое, залупа. Пойдем тогда. Извиняюсь. Да похуй. Бля, что-то не от хаоса, там пицца была. Да похуй. Это надо бы, можно было бы отхаваться. Да похуй, сейчас найдем еще что-то похавать. Стопудово. Давай по эскалейтору. А, жрет, блядь, меня! Сука! Пошел ты нахуй, падла. Все, пойдем. Ебать их просто разъебывает. Бля, надо найти вот усилок. Угу. И не один, блядь. Да, мне нужно два усилка. Старик, подожди, тут пижамы, блядь? А костюм для серфинга, ебать. Купальник секси. Блядь! Старик. Опа! О, да! Давай, блядь, где он нахуй сидит? Здесь, блядь, нахуй, примерочные, блядь. Сука, как я хуёво, что я это нашел, ты теперь. Давай, блядь. Ой, сука. Всё, блядь, плавала твоя, блядь, форма, нахуй. Сука, мы недолго были, блядь. Недолго музыка на моей улице играла, блядь. Я думал, мы будем играть серьезно, Влад, блядь. Костюм секси, ебать. Ну, пойдем, ебать. Пойдем. Нам нужен музыкальный магазин, блядь. Не он ли? Нет, это я, блядь, очки. Ну-ка.
Подожди, хочу на себя. Ебать, очки рокера, ебать. Сюда нахуй. Да, иди нахуй, не сбивай мне анимацию, хочу посмотреть на свои очки. Что-то еще? Очки в черной оправе, ебать. Очки рокера. Ладно, пусть. Че, есть тут что? Не, нихуя. Там компьютер, фонарик, моторное масло. Для моторного масла вот есть перчатки. Ебать, с кайфом тогда. Будешь делать? Да. Давай, делай. Стой. Захавай. О, ебать, оставил для меня, бро. Чувствую себя черепашкой-ниндзя после такого подгона. Ладно, пойдем, пойдем. Подожди, я могу... Ебать! Ой, блядь. Опять схватил тяжелую хуйню. Давай, блядь, у них штурмовые пушки какие-то посильнее были, блядь. Они зомби голову сносили, блядь. А у нас что за пукалки, блядь? Которые еле что-то делают, блядь. Вот с усилителем заебись. Мне кажется, он ёбнул куда-то этот. Какую-то хуйню жесткую. Ай, блядь. На меня наблевали, сука. Пошли нахуй. Бабки. Чё, бабки? Блядь, меня нахаркали, суки. О, спасибо. Труса голый жоп. Нахуй. Голый жоп, блядь. Позывной. Офицер спецназа, блядь, голый. Голый жоп, блядь. Не любит носить форму, а любит ходить, чтобы, блядь, было приятно, нахуй, с голой жопой. Блядь, надо комфортно, блядь, чтобы было, понимаешь, нахуй? Офицер голый жоп. Ну, объективно, офицер голый жоп, блядь. Мне кажется, эти ящики можно было поебашить, и с них бы поупадали деньги. Да похуй, вообще на эти деньги, старик, блядь, ну вообще мы на похуй идем просто, и все, нам поебать. Бля, я смотрел эти, не видосы, блядь, а эти скриншоты, блядь, с игры. Чипов, блядь, 10 лямов, 2 ляма, 5 лямов. Блядь, откуда они деньги берут? Играют, наверное. Во что, это, блядь? Это первое наше прохождение, хуй ты хочешь. Жрет меня, сука. Все, не жрет. Сдавай, блядь. Пизда. Так, короче, ебать. Сейчас нахуй еще одна, блядь, выходка, я, блядь, кидаю лимонку, блядь. Понял, блядь. Я чищу. Да хули там чистить, там выходить надо, блядь. Понял. Ну я почистил немножко, уродов. Нормально. Нам домой? Нам домой, видимо. А хуй его знает, куда надо. Все трахать будем. Да я вижу, ты готов трахать уже все, что движется, блядь. Ой, ебать, коляску, дай, блядь. Тут. Блядь, я как будто реально не в Dead Rising играю, блядь, а в Saints Row какой-то. Ну, блядь, Dead Rising всегда никогда не был серьезным, мне кажется. Блядь, я бы так же нахуй реально играл бы в этот Saints Row. Труханы бы, блядь, ёбаные надел бы. Каждый играет по-своему. Мне, например, в кайф, блядь, Ну, я просто не люблю, блядь, ебать, я знаю, я б там бы... Я такую бы хуйню сделал, блядь. Иди, офицер, голая жопа, ебать. Бегу. Блядь, а мы этот пробежали с тобой. Что? Магазин, блядь, с усилителями. Похуй. Блять, у меня есть барретт с 3 патронами. Сходите в туалеты, чтобы сохранять игру. Можно так же в жизни, блять, хочу игру сохранить, блять.
Надо просто, блядь, ширинку расстегивать, как в постеле. Ну, блядь. Здорово. Может, попиздим с Броком? С Алионом? Да. Да все уже поздно, блядь. Ебать! Ну я выгляжу охуенно, старик. Ну если бля, пошел если ты, это пизда. They're the ones behind everything. But they make Zombrex. You two just calm down a minute here. This one's been feeding us claptrap since you all got here. Now look, we're under a lot of stress. Опять он хочет выебываться. There's nothing imaginary about this. Дед что-то скрывает, блядь. I don't understand. Why would they? I'll tell you why. It's been a couple of years since the last outbreak. People aren't buying Zombrex like they used to. But now zombies are back, and even the military can't stop them. There are probably lineups at every pharmacy in the country. Ебать, гениально. They're making a killing off this. Okay, so listen to me. So, you're saying that Phenotrans killed all these people to drive up their goddamn stock price. This is just crazy. We have to get this information out. We have to take these bastards down. I found this down there too. I'll call my station. They'll send help. Блять, сука. Вот печальнее дед... всего вот это, наверное, ну, блять, да. Смерть. Дед уебан. Looks like you finally got your story. Too bad you won't be getting that award. Последний псих, блять. You bastard. You're on their payroll. Yeah. You were supposed to die in the outbreak, Chuck. Пизда, предательство Салливана, пидарас. Чак, достань вундервафлю из своей жопы и застрели его, блядь, прямо сейчас. Взять Ребекку убили, старик. Пиздец. Он еще и псих. Но! А, блядь. Блядь. Блядь, представляю, как это розовый нахуй. Ему пизда. Там сейчас мистер... Я хочу, чтобы ты его убил, старик. Сука, я догоню нахуй. Иду, еба, иду трахать. Знаешь, как... Ну, блядь, будет выглядеть, как в масле бой какой-нибудь. Ты его, блядь, просто нахуй забьёшь, блядь. Ну, ебать, ты посмотри на меня, блядь. Иду, сука, ему швабру в жопу. Старик, хочешь... Старик, хочешь факт? Труп Ребекки пропал. Пиздец. Иду ему в жопу швабру вставлять, блядь. Давай, ебать, мы захуярим его. Вообще, выйди, ебать. Где драка-то с ним будет? Я хочу, чтобы это еще была, чтобы эта драка с ним была, я не знаю, гонка на мотоциклах сначала, потом мы едем ебашить, блядь, потом еще нахуй. Эй, блядь, вообще нахуй хочешь повторение, блядь, сюжета этого, когда с Нандрес, блядь. Алло. Алло, блядь, а хули ты алло-то достал, ебать, а у меня его нет? А хули у меня алло нет? А где моё алло? Бля, я не успел прочитать, что там было. Да она сказала, что в каком-то он парке хуярке, похуй. О. Он заварил дырку. Ебать! Бля, я потрал, видишь его где-нибудь? Я смотрю на экраны. Музыка. А, блядь, а чё там стандартного показали, а не меня? А там красивого. Всегда стандартного показывают. Типа, мол, наверное, канонично. Блядь, да ёбана рот, блядь, я шо вы же, ёпта. Блядь, меня единственное, что напрягает, го, это... Го за усилителями! Го. Меня единственное, что напрягает, это время, когда ты выходишь из этого. Из чего, из стана? Блядь, из уворота. Очень долго, блядь. Кстати, это пушка по имбовее будет. Так, естественно. Чем гитара.
Ну ясен хуй, старик, она сам, она в конце игры у нас появилась, согласись. Ну бля, ее можно было и раньше ебнуть. Ебаш. Хуй ты придумал. У нее всегда 15 использований, да, или да, это ты да. меня наебал? Да, да. Да, как я тебя наебал, я поставил, какую была. Не, она, я типа про то, что ты мне пушку заюзанную, может быть, дал. Да нихуя, эй. Нет. Так я ж положил туда при тебе. Вон у меня заюзанная, видишь? Блять, не то. Ой, еще одна. Сейчас. Мне да. еще одну надо сделать. Да, блять, ёбаная швабра, блять. Я, короче, с ракет патронов расстреляю, блять, и сделаю себе гитарку еще. Заебись. Я тоже гитару пойду сделаю. Ставь. Хуеть. От души. Теперь гитару притащи. Или у тебя слота нет? Слота нет. Сейчас притащу. У меня там бита просто хуевая. Понял. На. Заебись, пойдем. Блять, я бы еще гранату и дробовик бы с чем-нибудь, но. Блять, такая же хуйня. Блять. Ладно, погнали, старик. Ты что там, ты еще крафтишь? Я еще одну электрогитару делаю. Давай. Я просто. У меня, блядь, еще два слота есть, но я, наверное. Этот... Точнее, еще один. Наверное, его нахуй. Все, пойдем, блядь. Я подойду тогда один оставлю, блядь, слот. Надо еду найти какой-нибудь. Справедливо. Найти бы что-то типа ребрышек, блять, или этого. Виталик, аккуратнее. Нормально. Нет. Ты проходишь? Да. Они там, блять, этот. Еле-еле идут. Блять. Блять, я заебланил. Я снял с тебя. Угу. Я запустил нас. Охуенно, ебать, командная работа, блять. Там здесь сейчас не будет сразу он, блять. Отдадут еще, блять, чутка времени. Да, хапа, хавку, хавку найти, ебать. Да. Нам хавку надо найти, захаваться, блять, полностью. Алло. Салю, он направляется в казино Юкатан. Юкатан. Ну, блядь, отпусти меня, ёбаная, блядь. Чё там, 5 глав было? А, это последняя, всё. Это ж... последняя, да, а потом улики идут. Улики уже сейчас, бро. Разве? Посмотри, задание как называется. А, ой, блядь, извиняюсь. Ничего. Вот, 30-й левел. Блядь. Я изучил перчатки Фредди, блядь. Да, 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 блядь. Они ебать их в конце игры дают. Думают, как будто мы раньше, блядь, не догадались. А чё с цепной пилой можно сделать, бро? Цепная пила? Не помню, блядь. А, цепная пила плюс... это, блядь. Швабра. Блядь. Ну, а, не, ебать, весло! Вот оно лежит, блядь. Давай. А ебать, ты прав. Изда у тебя. А где вторую достал? А хуй знает. Ну-ка, подожди, я как Донателло, наверное, во все стороны кручу ей. Да. Ебать. Ну поехали. Да, блядь, меня заблевали уже. Нахуй, не подходи ко мне, Ларис. Я ей не подхожу. А я заебашил себе Эфес, блядь. Это нахуй называется Эфес. Виталик, 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 Виталик. Амка? Да. Понял, давай ща. Давай, ты тут, блядь, спец, какие там, куда коктейли а мешать. А я хуй знает, как мешать. Они рандомно мешаются, старик.
А, да, и что там надо? Виски, блядь, и пиво, нахуй, все, что хочешь, блядь, все, что уже угодно. Соки, хуёки. Понял. Тогда ебать. Сюда. Будку с чем-то можешь замешать, блядь, я уверен. Приключение, блядь, называется. Ну-ка. Это говно, по-моему. Ну, похилило, но проблевало. Ну вот поэтому и приключение, Владис. Да хоть чего, блядь. Так. Что тут еще есть? Виски. Блядь, да ну не стул же, блядь. Оп, хорошо, я проблевался, бро. О, еще одно приключение, заебись. Пивко, ебать, и сачок. Блять, опять проблевался, сука. Там адреналин самая пиздатая. Адреналин самая пиздатая? Да. Ну ты меня его скидывал, он прям, он, по-моему, почти фул хилит. Нектар захуярил. Пойдем. Тоже охуенная тема, по идее. О, блять, да как же заебало. Да хуя выпили мы с тобой. Да. Ну постоим немножко, поотдыхаем, блять. Да иди-ка ты нахуй, дурак, блядь. Давай, блядь, на рок-концерт пришли, парни. Пойдем ебать. Да, блядь, жрет меня и даже не увернуться, сука. Ну, все, пойдем. Есть, долго я. Ну все, все в порядке, ебать. Давай, тут еще, вперед, тут еще пивасик, ебать. Еще армия долбоебов. Ай, блядь, люди на рок-концерт пришли, блядь, а рок-звезды, блядь, прохлаждаются дома, нахуй. Блядь, опять хил нужен уже. Я думаю, мы там найдем, если что. Давай. Пизда, я блюю. Старик. Ты справишься там, если что? Да. Все нормально. Меня схватил чел, когда я... Сука! У тебя сколько жизней? Две. Заебись, у меня так же. Я нектарчик ебану. Давай. Подойди к двери поближе. Давай, да блядь! Раз. Блядь, Влад! Блядь, хорош! Я зафейлил, блядь, сюда. И ты, блядь. Давай, блядь! Я уже нахуй рывочком, блядь, последним, нахуй. Хиляйся быстрее! Ёбаный! Ебать, блядь. Похил давай. Блядь, проблюешься. Да, проблююсь. Я, блядь, Зато ебать я отхилился. Алё. Блядь, сбросили нахуй. Крыша, говорит. Он собирается на крышу, говорит. Идём, блядь. Я плевать опять хочу. Настя, секунду. Мать.
Да я сижу, блядь, не отлипая от стула. Так, ну поехали, Владис. Так, запись-то идет? Запускаю, блядь. Давай. Все, готов? 3, 2, 1, так. Поехали. Так, мне нужно какую-нибудь хуйню в руки взять, чтобы, блядь, я ее мог спокойно, блядь, плюя выкинуть. Понял, блядь. Пойдем. Да-да. Что ты сказала, говорит? О, тут еще хилка, ебать. Я такой шанс не могу пропустить. Давай, схватил пиво и убежал, блядь. Все. Я тут занимаюсь этот пожарами, блядь, в здании. Понимаю, блядь. Хуяк. Ну, там армия, блядь, бежит. Из долбоебов. Ну съебывай. Ай, блядь, мне леща нахуй дали. Я нашел, где пройти. Владис, ты живой? Блеванул. Ой, блядь. Сука! Че? Ну нечестно, блядь, пока блюю. Пизда тебя. Да, блядь, схватили за жепу, блядь. Сукины дети. Нет, я приколом нашел. Блядь. Ай, блядь, выбил. За есть, что? Чем, есть чем похилиться у тебя? Нету, похуй. На. Скинь. Ай, блядь, пиво везде лежит, блядь. А, везде. Тут уже лежало, блядь. Ну все, с кайфом тогда. Че, я, ебать, нажрусь, как свинья ебаная. Буду блевать, блядь, на крыше, но зато, блядь, буду целый. Ну, заебись. Я, в принципе, так же пивка надо. Я вот эту хуйню возьму, блядь. Подожди. Блядь, это... Ебать! Я говорил тебе об этом, старик, я говорил тебе, блядь, не, об этом. Я понял, я нашел этот ебучий рецепт, блядь. Мне дали ачивку Health Deck. А, блядь. Ага. А, ёбаный рот, блядь. А куда нам? Ну за жопу-то не кусай, блядь, не надо, нахуй. А, нам на лифт, блядь. Всё, нах... Ладно, я их хотел взять. Ой, ебать, у меня сейчас просто заставка игры, блядь. Mm-hmm. Dead Rising 2. Mm-hmm, так у меня тоже. Ну все, блядь, завершили игру, нахуй. Апельсиновый сок лежит. Заебись, блядь, нахуй эту хуйню. Я, ебать, блевать не хочу. О, исцелился, ебать. Давай перекатами, ебать. Что это делает вещи, нахуй? Да хватит сосать у меня. Перекатами решил пройти? Да. Бля, надо было статую оставить в руках, блядь, да и проходить. Знаешь, как охуенно расталкиваются все, блядь, когда у тебя что-то в руках здоровое. Здрасте, на выходе, блядь. Да я бегу, ёбаный рот. Открываю. Давай. Не забудь, всё. Я пижу, долбоёба. Надо добивать. Он парашют надел, блядь? Да. И улыбается, сука. Охуенно. Да-да. Whatever happened to do no harm, Sullivan? Open your eyes, Chuck. Do you have any idea how many people are affected in this country? Doctors, politicians, CEOs. Some of our country's best are infected. Even your little girl, Chuck. What would happen to your cute little time bomb if she didn't get her drug? Сука, самолет летит. Дор. Ну пизда ему, значит. Не забывай, он должен умереть в моих рук. Понимаю, Владислав, но я в него вжал уже, блядь, так. Я понимаю, что ты вжал. Я ничего против этого и не говорю. Ебать, если вниз пиздануться, будет неприятно. А к нему не заберешься, да?
Это хуйня, которая вот пушка. Она его не сильно дамажит, Ладис. Она против зомби, блять. Да, она чисто против зомби. А он только наверху, да, блять, бегает? Да. Блять, я перекинул слишком. Я в него нахуй челоматку кинул. Заебись. Сейчас я батю пивком. Да иди-ка ты нахуй, урод, блять. Да иди нахуй. До начала бомбардировки там, блять. Он какими-то еще, блядь, бабами кидается, блядь. Пидор, блядь. Да давай, это... блядь. Все, добивай его нахуй. Я не буду стелить. Буду просто смотреть. Блядь, а он тоже неуязвимый, только во время переката, блядь, понимаешь? Mm-hmm. Добивай его. На, блядь, прям в голову его нахуй шотнул. Все, нахуй. Ну нихуя, но мне кажется, конечная должна быть, блядь. Трахать? Ну я так и думал, должна же быть какая-то хуйня дальше, блядь. Он так просто не сдался. Поцелуйчики, ебать. Так, я второй сидит снизу, сука. Салливан, у тебя проблемы, там второй, сука, снизу. We're the good guys, Chuck. Not you. Опа! Опа, трахать! Опа! Подожди! Опа! Минус полтела, ебать! Как наручники выдержали вопрос? А, его убило, короче, да? Типа, ему просто яйца разорвало или что произошло, блядь? Хуй его знает. Ну, он на том свете, ебать. Action News. This is Chuck Green. You want the scoop of a lifetime? There's a bunker full of survivors in Fortune City. And I've got the proof of what happened here. I need rescue choppers, and I need them right now. Блядь, жопа. Сука. Охуенно. Это того, блядь, стоило. Это того определенно стоило, блядь. A better with a friend. Ну, блядь, оно явно. Clean record. Типа, дочка нет? О, это я, ебать, уже. Ты стоял на страже, а я такой... Грин. Грин, реально. Гоу! Ебать, это еще и не конец, старичок. Салливан, пидарас. Ну-ка, подожди, а что за clean record? Это что такое? Ну, без этого, походу. Типа, ни разу не пропустили. А-а-а. А могли пропустить, видимо? Ну, может быть. Блять, а TK-то остался же, блять, живой. Да. И девочка, блядь, с этой, наверное, от этого еблана, блядь, пострадали. Думаешь? Не знаю. Ну, этот долбоёб, слушай, нахуя ему опять это делать, мне кажется? Типа, его, блядь, сам Чак, считай, помиловал и спас. Блядь, у меня пришли, ёбаный рот. Всё? Это такая грустинка, блядь? Охуеть, я сейчас. I'm trying not to drown beneath the sound, but it's taking over. I've tried to shut it down, but it grows ever loud. Two
Так, секунду, я сейчас тише игру сделаю. Что, Владислав? Ну это какой-то пиздец. Недосказанность какая-то осталась. Вообще лютая, блядь. Видимо, в дополнение раскрывается. Так он, блядь, он рекорд? А, нет. Да после этого концовки посмотрим. Чего? Может, сцена после титров есть? Старик. Ждем сцену после титров. Я пропустил. Сохранить и продолжить, ебать. Понял. Овертайм написано. Добавочное время. Ага, блядь. Сидит. Хуй, мы не до конца прошли игру. Это Тикей? Тикей, да. Ну, слышишь, блядь, нигерский этот акцент ебучий. Надо было ему нахуй не давать зомбрекс. Ему пизда. Да мы пойдем и сами ему руки отрубим. Поехали, ебать. Старик, а мы пойдем, а мы поиграем, ебать. Это еще не конец, нахуй. А это охуенно, старик. И что ему нужно? На, нахуй. Блять, ну если бы мой пидорас был бы, это было бы вообще нахуй. Как я нахуй. Сейчас, подожди. Так, есть еще. Пойдем дальше. Держись, малышка. Ну, Буба говорит. Да кому пизда, старик? Ну, объективно ему пизда, что могу сказать. Мы сейчас пойдем и распидорасим его так сильно, насколько можно. Интересно, зомби остались? Да-да. Их же никто не уничтожил. Бомбардировки-то не было же. Блять, ну остался арсенал такой нихуёвень, маленький, я бы сказал. Да. Хуй да нихуя практически. А меня, кстати, забрали, блять. У меня снайперку отняли. Серьезно? Да, у меня снайперка еще была. Так, ну старик, блять, по старой схеме, собственно. По старой схеме, если хуй. Я бейсбольную биту взял. Пойдем. Ёб твою мать, он заданий там надавал. О. Найти белый халат. Флешка, гарнитура. Причем каждый в разных местах. А, старик, тогда давай сохранимся, наверное, и потом допройдем. Как да. Тебе? А пойдем в сортир. Я согласен. Мне... В сортир пойдем. В этот? Давай обратно тогда. Там. Потому блядь, что... Мне, мне так нравится то, что у меня как будто чулки, блядь, надеты нахуй на ногах. Да я вижу, ебать. У тебя какой, у тебя ствол какой самый имбовый? Я могу сохранить два ствола. Блядь. Ты можешь, наверное, эти... Не импульсные, как они там, блядь? Ну, вот эти с усилителями, я понял. Да. Давай тогда, давай в сортир. Смотри, я сейчас скидываю два звуковых. Давай. Все, это, если тебе что-то из этого надо, бери, блядь. Там дробовик есть, блядь. Пчелиная матка и этот. Я сейчас себя сохраню. Пиздец, овертайм, нахуй. Ну похуй, ебать, ну это невъебенно было. Ну это дополнительная игра, и мне кажется, неплохо. Но мы это сделаем позже. Пяти раз, блять. Завтра. Все, хватит, да. Ну, может завтра, может сегодня, если что, если успеем еще. Ну, я сейчас уйду, мне сейчас надо... Я понял. Уйти. Ну, а потом... все, давай, Владислав, тогда. Давай.